Так, чтоб как обезопасить себя в доме, где есть горячая вода, подогрев. Значит, выводим медный проводник на улицу. Сечение должно быть не менее 10 мм квадратных. Я филон, использую 6 мм по меди. Считаю этого более чем достаточно. Одножильный медный провод вводим к отмостке знания. Выбираем место, где будем копать контур. Значит, выбрали место, ну и приступаем к копанию. Значит, копаем на глубину промерзания 70-80 сантиметров. В треугольник метр с метр стороной, чтобы вкопать стержни. Поехали. Вот примерно. Прямоугольничек метр на метр. Да, метр на метр на метр. Вот такой треугольничек. И вот туда будем подключаться потом. Контур за землей. Копаем траншею 80 сантиметров глубину. Ну так вот, где-то половина вырыта. Надо еще глубже подкопать. Здесь будет такая полоса приварена прямо к этому. Полоса будет, поэтому ровной стороной треугольника я убираю сюда, а вторые две стороны сюда. Первую находку пока копал, видно, снаряд откопал, блин. Он треснул по нему. Что-то посыпалось. Ну и нахрен. Страшно, блин, трогать. Ну, такой котлованчик вырываем. Вот. 80 сантиметров для нашего региона. Глубина промерзания. Хоп. Вот так вот. Ну и сейчас будем забивать арматуру. Опа. Вот такая ямка. Столько земли. Ну вот, вставляем штырь и вбиваем вот во все три стороны. Надо вбить. 12 мм использую штырь. Арматура гладкую. 12 мм. Все обычным молотком сейчас забью и все. Так, ну вот так вот забивается потихонечку. Пробовал обычным молотком большим, взял кувалду. Потому что ну уже рука устала бить обычным. Все-таки 3-метровые штыри. Лучше кувалдочкой. Поехали дальше. Ну вот, первый кол забил. Оставляю 30 сантиметров. Это загинаю. И потом по всей длине буду приваривать горизонтальную так арматуре. Загнул, чтоб загнуть. Подложил вот так вот металл. Положил и вот так. Рукой просто нагнул, и она гнется элементарно. Так что ничего страшного, не надо никакой специнструмента, кусочек, какой-нибудь брусочка и все. Ну вот, 3 штыря забил еле-еле. Нормально так, потрудиться надо. Ну вот, вымерил полосу, прогнул, проложил. Значит, одну сторону будет играть роль сразу полоса. Ну а вторую вот нашел уголок. Разрежь пополам, как раз он 2 метра. По метру сюда уйдет. И будет нормально. Должно спасти. Ну вот день второй. Значит, отрезал уголки. Вот. Один сюда, один сюда. Достал сварочник, струбцины. Сейчас все соединяю. Ну и начинаю варить.
Примерно так, на кусочек, оставляю. Ну так, тут лады. Так, ну вот, говорил, два уголка, еще дымится как. Тут, тут, и тут осталось покусать. Ну и в принципе, все на этом. Ну вот, начал варить, усилил тут уголками, где мало было швовчиков соединения. Где-то здесь усилил чуть-чуть всякими уголочками. Тут что-то закинул. Все. Такой вот контур получается. Вот. Все. Осталось полосу вымерить. Болт приварить и все. Ну вот наш контур, болтовое соединение, сварочная полоса, штыри. Ну вот таким образом. Электродов ушло, ну, штук 10, наверное. Точно, не жалел. Варил так варил. Везде даже усиливал перемычками всякими, уголками, чтобы больше соединений было, чтобы, не дай бог, ничего не пропало, никаких соединений. Вот так вот. Решающий этап подключения провода. Значит, я оставлю одну шайбочку, потом закручиваю провод, пускаю в эту же дырку, чтобы лишних дырок не было, влага там, всякая фигня. Потом сверху еще одну шайбочку, гаечку, и все на это. Закручиваем ключом плотненько. И вот такой вот контур должен спасать жизнь человеку. До свидания.